как-то. Не. Угу. Ну я понимаю. Я понимаю, понимаю. Слушай. Да слушай, Миша, бля, я тебе говорю, этот разговор уже был после того, как он с тобой разговаривал. Нет, все, что я говорю, просто держи его ближе как-то. Да. Он нормальнейший парень, нормальный. Большими, да, с большими связями. Нет, я ничего не обещал. Ну, бизнес есть бизнес, да. И что, откуда я могу сейчас это взять? Сейчас таких денег уже все. Не, ну, 5-10 лет назад это даже без сомнения было бы все. А сейчас, слушай, Бог даст, да, Бог даст. В всяком случае, посмотрим, да, насколько это. Что? Все выбросили, все подряд. Ничего не оставили, кроме аквариума с рыбками. Ну что, 20 лет мы здесь живем. И ни ремонта, ничего здесь не было. Потолки висели, краска облупилась. Мебель такая, как моя жизнь была уже пошарпанная. Даже фотографии с рамок повынимали и купили новые рамки. Подушки, одеяло, стулья, все вынесли. Новая жизнь. Ну, а что ваша дочка? Мариночка занята покупками. Да, кастрюлечки, сковородки по 200, по 300. Где это она находит, я даже понятия не имею. Ну, да, за эти деньги они должны сами жарить и варить. Ну, немножко еще осталось. Уже виден свет в конце туннеля, как говорится. Здесь ящики эти еще стоят у нас с книгами упакованные. Не можем найти полки книжные. А так, в принципе, уже скоро, да. Ну, увидите сами, конечно. Метим это дело по 50, а как же. Хорошо, хорошо. Да, целую. Пока. Почему ты рассказываешь это моей маме? Что я такого сказал? Ой, Даник. Ну, что я такого сказал? Я, значит, сковородок, ремонта, мебели. Что здесь неправильно? Что ты цыкаешь? Ну, что ты цыкаешь? Что я сказал такого плохого? Ничего, ничего. Все хорошо. Все класс. Ой, знаешь что? Все, пока. Я ухожу. Пока, я говорю. Все. Bye, pa.
Миша, привет, это я. Я уже 2 часа вожусь с этими цифрами, и у меня не сходится все, что он нарисовал здесь. Не сходится ничего. Совсем другая сумма, совсем другие даты. Некоторые чеки подходят, остальные вообще, я не знаю, откуда взяты, с головы, с ног. Понятия не имею, бля, что это за херня вообще. Перезвони мне, как только сможешь. Что они нахуй вертят? А ты что? Они еще деньги захотят потом, да? Да, захотят, это точно. Да, кстати, не знаю, о чем ты с ними договаривался. Они отказываются выполнять весь перечень работ. Кто отказывается? Ну, этот как его, который внизу тогда я загрузил. Юра, что ли? Да. Ну, ни хера себе. Что значит отказывается? Пойди. Я все договорился четко, нормально. Ну, пойди разберись. Он отказывается. Я разберусь. Это у меня абсолютно другое. Я разберусь. Бля, я ему разберусь сейчас так, что мало не покажется вообще. Юра, блядь. Ну что это за хуйня? Ты смотри, мне обещали. 3 дня назад обещали, что будет все сделано. И ни хера, блядь, даже не начинали. Это не блядь. Ко мне, Даня. Ну что значит не к тебе, блядь? Вот с кем ты договаривался, кто тебе обещал, с кем я разговаривал. Я с Борей договаривался, так что? Он сказал, что ты будешь все делать, и через 3 дня будет все закончено, блядь. Не с кем говорить, блядь, посмотри на этот бардак, блядь. Открываться мы должны были через день-два. Ничего я не пойму с этой херней, блядь. Когда за деньгами надо приходить, так он бегом прибежал. Бегом, блядь. Дай денег, блядь, все, через 3 дня все будет закончено, блядь. А теперь что, блядь? Что теперь, когда это будет закончено? И с кем говорить, блядь? С тобой, с ним? Я не понимаю. С ним разговаривай. Все, что от меня зависит, он сказал, сделать. Что ты это делаешь, и ты здесь, блядь, вот, главный, блядь. Вот с ними теме. Разговаривай дальше. Ты посмотри, блядь, что это за херня, блядь? Один на другого кивает, блядь, посмотри, ты с ним поговори, ты с ним, когда деньги давать, так, блядь, дай, блядь. 3 дня, ёб твою мать, сказали, дай. Сделано, блядь, уже дай. Последний, что? Okay, да ну ж хуй, so, блядь, we'll посмотрим дальше, что будет, блядь. We'll finish the fucking job. Финиш, блядь, они, блядь, хуй там они финиш, блядь. Да, гаман, блядь, пиздец, что это за хуйня вообще, не понимаю. Лавы взяли, блядь. Делаешь.
Что там сидишь? Ты с ними вообще общаешься? Нет. Смотришь все, смотришь. Угу.